несколько деревьев упало. Смотрите, он корни Это хорошо еще, что никакие машины. Вот не надо в ураган, оказывается, возле деревьев ездить, это 100%. Надо куда-то выезжать на открытое пространство. Ну, естественно, если вот сегодня предупреждение, сегодня тоже машины под деревьями не ставить ни в коем случае, ни за что на свете.